Что ж, друзья, мы начинаем. Сет встречается. Волейбольный клуб «Легион» и волейбольный клуб «Днепр Волей». «Днепр Волей», волейбольный клуб и «Легион». «Легион», вот они на ваших экранах, позируют для фото. Команда, которая осталась, чтобы стать чемпионом, одна формальность, это обыграть «Днепр Волей». Хотя если «Днепр Волей» сегодня победит, это будет супер сенсация, потому что все букмекеры отдают безумные коэффициенты. То есть ты ставишь 10 гривен на победу «Днепр Волей», если «Днепр Волей» выиграют, заработают 20 тысяч. Поэтому вот такой коэффициент, друзья, чтобы вы поняли. Многие болельщики уже поставили. Поддержка у клуба «Днепр Волей» однозначно. Я не понимаю, почему в этом эпизоде все разбежались, испугались статуры Василия, или что, Василий вышел, все разбежались, и Василий сделал свой эйс. Отлично. Я не понимаю, зачем молодое поколение брало этот мяч, потому что Таня ударила ношу в аут.
Ну почему-то ванилу взяли зачем-то. Но тем не менее отдали мяч. Не проголит. Таня на подаче. Матенко Татьяна. Ух, как же неожиданно капитан сыграл. Блестяще. И атака. Пробивает блок, но вытаскивает. И Таня, иди сюда, мой белый. И это блок-аут. 12-3. У нас вечерей, света нет. И будет свет или не будет, неизвестно. Фейерплей, капитан Сергей Старцепов признается, что он коснулся мяча, мяч уходит в команду. Браво, Сергей, браво. И как же хитро он его туда. Ой, 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 ой. До второй линии Татьяна и прямо в поле. Плюс 10 у Легиона. Подает Косенко. Отыграл свою роль, затормозил полет мяча. Снова Татьяна. Атака. Попытка скидки от связующего Матвея Лыкова. У кого-то было касание сетки. Судья отдает мяч. Замена. Вместо связующего капитана Сергея Старчукова выходит Светлана Толошная в связку. Хорошая подача, эйс. Косенко выдал эйс. 16-4. Хорошая подача. Скидка. Скидка. Атака наконец-то получилась. 5-16. На подаче Днепр волей. 9 номер. Хорошо. Эйс. Днепр волей выдал эйс. Возможность разыграть атаку у Днепр волей. Не получилось. И в атаке отыграл Легион. 17-6. Хорошая атака. Капитан Днепр волей подходит, общается с судьей Тимофеем Тараченко. Подача. Василий проходит тройной блок. Никто его не знает. На подаче 29 номер Павел Горобец.
Неприятненько летело. Достали. И с простой скидки, с простой скидки Днепр Волей забивает. Просто перекинули и как-то в пустое пространство не разобрался Легион, несмотря на опыт. В принципе, у них комфортнейшее преимущество, поэтому могут себе позволить. Днепр Волей передавил в данной ситуации. На подаче капитан Тимофей Тараченко. Закрыли. Закрыли Василия, зачехлили его, не дали. Блок на этот раз справился. Кэп подает. Света. Никита удар. По диагонали хорошо. Никита пушка-ракет. Это 21 очко для Никиты. 21-9. Погодные условия у нас света до сих пор нету. Мы надеемся, света придет. Регионы не привыкают, они все выходные без света уже играли. 23. Кстати, света подает. Одна, а другой света нет. Хорошая подача. Ой-ой-ой! Скорость, хорошо. Чуть-чуть убыстрились и удалось быстро организовать. 10 мячей все-таки забили. Опа! И туда его Никита! Снова пушка-ракета. 24, это будет контроль. Зал выглядит светлее на камере. Реально. Так и есть, он такой есть свет. Хорошая подача. Это Эйвен. Это партия. 25. Да, второй сет. Поменялись полями. И погнали наши городские. На подаче у нас представитель женского пола. Изабелла. Изабелла вообще два представителя Воли женского пола и три. Подачка сильная. Днепр Волей выходит вперед на старте второго сета. 2-1. Заблокировали. 2-2.
Днепр волей поймал какой-то кураж. 3-2. Посмотрим, к чему это приведет. Подача идет. Аут. Не пошло. Касание сеточки. Главное, без травм. Эйс. Преимущество у опытного легиона. Аут. 4-7. Татьяна Шматенко и забивает. На подаче топовый подающий Никита Верин. Ну, в этот раз мяч вышел. 5-8. Атака, и атака проходит. 6-8. Потянули. Изабелла в атаке. Потянули. На второй линии. Было касание, но касание не видно. 7-9. По звуку как будто касание было. Так, касание все-таки было, да. Тимофей Тараченко подтверждает. Подача. Заблокировал Матвей Лыков. Одиночный блок сработал. Подача у Днепр воли. Out.
эйсу Павла. Еще один. Еще одна подача сейчас пришла. Просто скидка. Василий исправляет ошибку свою. Блокирует. Мяч в пол. 14-17. 14-7. 29 номер вновь подача. Неприятно подачка так уходит. Потянули. Потянули. За второй линии. Вновь. Все, все достали. Касание, 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 касание. Ну... Тренер выкинул капитана с поля. Так и надо поступать, это было все правильно. Если кто-то мешает, капитан мешает команде, правильно его. Иди сюда. И это блок был, был блок. И мне кажется, это было. А мне кажется, блок был касание. Минутку вперед мне порвали. 30 секунд. А мне кажется, было касание. Легион не признается. Но я почему-то на данный момент, ну, мы не можем достоверно это сказать, но если не, какая-то команда говорит, что не было, но судья принимает такое решение, что мяч уходит в регион. Но... Сейчас, утверждать сложно. Сейчас в таких условиях судить очень непросто, потому что плохо видно, аут, не аут, касание, не касание, нет света, это не сложно. До этого Маргарита выбрала грамотную позицию, благодаря чему приняла хорошо мяч. Вот уже Дельта. Может ли Днепр волей
забить больше 10 в этом. Такая легенькая подача, казалось бы. Света туда подставили. Саня, бабах! 24. 23. 23 пока. А, 23, я не знаю. Я не знаю, сможем ли мы следующий сет отыграть. И как-то туда непонятно. И играющий тренер надежно под удар. И 24-10. Может быть, это контрольный, но отмечаем, что первый сет был тоже 10 от Днепр Воли. В этом тоже 10. Пока 10. И Василий туда надежно, просто засет. И Василий. Просто за сеточку. И туда его 11. Не хочет 11 идти, отдают касание. Ну что, ребята, третий сет. Ночной волейбол у нас. Просмотр ночного волейбола вам все в ленту. И это невероятное событие. Впервые Днепр Воли выходит вперед в этом один матче. Раз, один раз было в прошлом сети 2-1. А, я извиняюсь. 1-0, друзья. Ну давайте, Валей. Оп. 1-0. И это Таня. Под ударчик. И это нет. 1-1. Нет, отдают туда. Был, говорят, блок. Отдали Днепр Воля. Мне казалось, не было блока. Два ноль. Отдали туда, хотя мне казалось. 2-1. Мне казалось, там чисто был мяч Легиона. Ну, ничего страшного. 2-1. 1-2, точнее. Воля впереди. Третий сет. Просто перекидка. Света и Василий туда его. Уберу Василия. 2-2. Что творится на площадке? Ночной футбол.
Ну, спасибо, что коллега поправил. И впереди у нас. А что это за прожектор? Уже просто плоховато видно, что потом не сказали, что из-за этого. Днепр воли. В ночной футбол лучше приспособились. Волейбол, я извиняюсь, спасибо, что поправляете. Света. Но я хочу сказать, что эта партия может быть для Днепрволи более удачной, чем первые две. Напомню, 10 мячей они забили первой во второй. Thank you.
мячей. Это лучший сет. Какой-то диалог, я не понял, что. Ой, хорошая подача. Маргарита справляется. Выигрывает. Ночной волейбол, я даже уже не вижу счета, просто абсолютно не вижу.